Ребят, всем привет! Вы на канале Частный дом. Бассейн мы, получается, вымыли. Все. Вымыли, керхером вымыли, щеткой вымыли. В общем, в следующий раз мы уже, ребята, не будем. Мы уже не будем воду оставлять. Обязательно будем вовремя добавку добавлять, биопак. Вот. Сейчас вот осталось нам залить. Вода у нас, ребята, холодная, со скважины. Я вот сейчас маленько дорабатываю, ребята. Вот смотрите, это у нас получается горячая вода будет. Сейчас вам покажу, что мы вообще делаем сейчас. Мы, получается, хотим подпитать солнечный коллектор. Я вам, ребят, на канале показывал, как он демонтируется, как и снимается трубки, как обратно монтируется. Это получается на 50 трубок. А у него вместительность коллектора солнечного 150 литров. У нас получается вот емкость 2-4-кубовая, но она разделенная получается на две части по 2 куба. Это, ребята, у нас для полива. Для полива. Ну вот я сделал шланчик сюда, чтобы можно было поливать. А вот это, ребята, вторая емкость 2-кубовая, она непосредственно пойдет для бассейна. То есть сам солнечный коллектор, то есть это получается вот, я его маленько приподнял, чтобы без насоса попробовать, чтобы он работал без насоса. То есть он заходит сюда, это у нас, в общем, она будет нагревать саму вот эту емкость, она тем более еще в рубашке у нас. Теплопотери будут минимальные. Вот. Я надеюсь, что 2 куба он быстро нагреет. Потом эти 2 куба мы непосредственно сливаем, получается. Вот по этой трубе. И она идет в бассейн. Я вам, ребята, показывал. Вот она вот, вот так вот идет. Вот. И вот она там непосредственно выходит. Мы там будем сливать воду, горячую воду будем сливать. То есть по 2 куба будем сливать прямо за раз. И вот она вот постоянно будет нагреваться. И мы ее обратно сливаем. Вот так мы непосредственно заполним бассейн. Бассейн уличный из мозаики. То есть я его обклеил мозаикой, все. Затирываю эпоксидкой. В общем, вот такие вот дела. Ладно, ребята, всем пока.